Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мусульмане, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля по своей милости открыл двери покаяния вплоть до судного дня. Обращаясь к верующим, Всевышний Аллах говорит: «Я айюхаль надзина аману тубу иналлахи таубатан насуха», что означает: «О те, которые уверовали, приносите покаяние к Всевышнему Аллаху искренне». Для того, чтобы покаяние человека было принятым Всевышним Аллахом и его грех был прощен, необходимо выполнить определенные условия. Первым из этих условий является оставление греха. То есть человек, который кается от какого-то греха, он должен его оставить. Второе – это человек, который приносит покаяние, должен иметь в своем сердце сожаление о совершенном проступке. Третье условие – это чтобы человек имел намерение больше никогда не возвращаться к этому греху. Существует также еще одно условие. Это если грех человека связан с нарушением прав других людей. В таком случае он должен вернуть это право тем людям. Или же, если он не может это сделать, он должен попросить у них искреннее прощение. Дорогие мусульмане, помните, что месяц Рамадан – это месяц покаяния и месяц прощения. Месяц, в котором Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля прощает своих рабов и освобождает их от огня. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.